социальных сетях появилась информация о запрете подъезда туристов к селу Призраку Гамсутель. Ранее местные жители поднимали гостей республики к заброшенной местности на УАЗах. По этому поводу правительство Дагестана пояснило ситуацию. Гамсутель находится на отвесной скале, куда тяжело добраться с помощью транспорта. В последние годы эта локация обрела большую популярность. Каждый день множество туристов посещают эту достопримечательность, в связи с чем начали появляться коммерческие точки, среди которых имеются и самовольно возведенные. Движение грузопассажирского и легкового автомобиля по пути, где осуществляют подъем пешие туристы, отсутствие разрешения на реализацию транспортных услуг ставят под угрозу жизнь и здоровье прибывающих граждан. По этому случаю администрации данного муниципалитета было рекомендовано ограничить заезд машин от входа в село до площадки, где гости региона начинают пешую дорогу до Гамсутля. На данный момент проходит разбор туристической деятельности на соответствие норм законодательства, безопасности и определение потребностей в возведении инфраструктуры.